Всем привет, друзья! Вы попали на канал Дикич, меня зовут Дмитрий, и это гайд по прохождению игры Teardown, что в переводе означает демонтаж. Три основных пункта по прохождению этой игры. Первое. Каждая миссия состоит из большой локации, на которой нам будет необходимо с вами собрать те или иные предметы. Второй пункт. Если предметы привязаны к сигнализации, то после того, как мы их возьмем, начнется отсчет времени до прибытия полиции. 60 секунд. Это то есть, что за 60 секунд мы должны быстренько сбежать с этой локации. И третий пункт, немаловажный, кстати, в некоторых миссиях мы можем находить ценные предметы, за которые получим наличные денежки. Вот. Так что вот, друзья, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чаечку, не забудьте подписаться, поставить лайк и так далее. Ну, вы знаете, что делать. Погнали. К первой миссии. Знакомство. С нашей, так сказать, домашней локацией. Это у нас наш дом. Проходим к нему. Такими стрелочками указывают действия, которые нам необходимо сделать. Правой кнопкой мыши мы открываем, так сказать, этот заборчик. Проходим к воротам данного ангара. И стрелочка нам показывала о том, что нам необходимо убрать вот эти ящички, которые мешают нам пройти вовнутрь. Опять же, правой кнопкой мыши открываем дверцу и попадаем в наш, так сказать, дом. Видим, опять же, стрелочку, которая указывает нам на три таких вот предмета. Первый предмет — это баллончик с краской. Да, попробуем что-нибудь написать. Правой кнопкой мыши пишем. Дикич. Та-дам! Ой, я ровненько пишу. Так, второй предмет — это у нас, получается, огнетушитель. Прикольно всё, да, пуляет? Вай! И третий предмет — это у нас, так сказать, главный инструмент человека, для который занимается демонтажом, это кувалда. Что, погнали далее? Видим стрелочку, которая показывает нам, что нужно выйти куда-то за пределы ангара, к электрощитовой. Как видим, здесь такое дерево, которое нам помешает открыть дверцу. Открываем, заходим и нажимаем кнопочку. Ура! Свет загорелся. Идем обратно в здание. Все, свет работает. Проходим к компьютеру. И наша первая миссия в этой игре состоит в том, что нам нужно будет необходимо разломать вот некий дом. Но некая Трисси, да, говорит о том, что это подозрительное задание. Говорит, могут возникнуть какие-то проблемы. Так, ну вот мы на локации, мы видим данный дом. Это у нас стартовая миссия первая с вами. Что мы можем здесь сделать? Получается, у нас есть вот такие баллоны с пропаном, газами или что там, не знаю. Вот таким образом кидаем, бах, и взрываем это здание. Блин, как эпично. Ой. Руки у меня, конечно. Так. Проблем с... Офигеть. Так, с помощью, в общем, баллонов мы пытаемся разрушить данное здание. А также... Да блин. А также неподалеку у нас есть тяжелая техника, с которой мы с легкостью доломаем. Левой и правой кнопкой мыши мы можем открывать капшон данного трактора. Thank you.
ломается. То есть она железная. В общем-то пройдено. Возвращаемся к нашему автомобилю. Попадаем обратно к нам. Наше прекрасное логово. Всем спасибо за просмотр, друзья. Первая миссия у нас выполнена успешно. Вторая будет в следующем ролике. Всем пока. Как же надоел этот уже будильник.